Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы на аккаунте АС сервера, на аккаунте Андрюхи и гильдии Асгард, кто играет на АС серваке от 700к+, скидайте заявочки, вступайте, гильдия активная. Четвертое место, что-то расслабились, прошлую битву гильдии походу. АС сервер, телега на экране, пишите, вступайте, кидайте заявочки. А у нас сегодня обзорчик очередного героя. Старого доброго героя. Андрюха решил трешануть, поперекачивать всех стареньких героев. Так. Сила, конечно, в минус 5к. Магическая рулетка. Сейчас глянем, чекнем, что здесь есть. Заберем плюшки. Чик, коробочка. Что по огням у него? Зажечь. Так, разбей. Яйца, базар. Ну, в общем, такого ничего. Коллекционер. Нифига себе коллекционер. Посмотрите на этого коллекционера. За бульдозера. Мы, кстати, сегодня будем с вами делать обзор бульдозера. Дают дуэлянта и розу. Но розу можно собрать в настолке. Дуэлянта, в принципе, тоже собрать можно. Сундучки. Ну, блин, неплохо. Здесь тоже прикольненько. Такс. Нехило так. 1500, 10 ожог. Но я заберу ему 10 ожог. Ему он нужен, у него нету его. Реально тоже офигенная тема. Карты сменки, ну, у него их хватает. Этих камешков тоже хватает. Так, что интересного есть? Коробки, сменки. Ну, блин, 10 ожог, это, конечно, бомба. Если кому-то без донатов здесь выпадет 10 ожог, ну, я думаю, за 1500 надо забирать его однозначно. Такс. Что интересного по рынку есть? И пойдем делать обзорчик. Такс, окей. С этим разобрались. Бонусные какие-то плюхи еще заберем. Все, окей, гуд. В общем, у нас сегодня вот такой вот бульдозер. Нестандартный бульдозер. Кстати, давайте я сделаю, сейчас поставлю ради прикола сюда. Но все-таки как-никак, 10 ожог, 80% шанс на полную невосприимчивость. Ну, блин, это круто. Я надеюсь, у нас на... Ну, хотя, что надеяться, у нас на английском будет это через полгода продавать. Но это реально огонь. Вот такая вот у нас будет сборочка. Плюс супер пэта взял. Герой старенький. Очень старенький. Наносит дамаг, замедляет. Восстанавливает... 75% от нанесенного урона. Иммунитет к оглушению и страху. На то время, когда он вышел, это реально тоже был очень имбовый герой. На сегодня, ну, допустим, для PvP локаций, для рейда, ну, я не знаю, вряд ли кто-то его качает, видите. То есть тут вопрос в том, что герой не имеет ни обилок, ничего. То есть он против топовых сейчас героев, ну, даже в максимальной прокачке на 30-м прорыве, как видите, улетает просто в инвиз. Для бездоната его прокачивать, ну, тоже как бы смысла, наш вчерашний мегапаладин, смысла никакого нету, потому что, ну, это уже герой из прошлого. Вливать в него такие ресурсы, конечно же, не стоит. Но прикольненько смотрится. Он должен тут сейчас их просто фигачить всех подряд. Супер точный он у нас, кстати. Он на точность собран. Супер пэтом. Ну, как видите, дамага у него тоже не хватает. Вот его зажали. Хоть по нем там и миссают.
Они прокачанные без эволюции героя, но он их тоже убить не может. То есть это говорит о том, что герой на сегодня уже не актуален, даже в максимальной прокачке. Печаль. Но 200, нифига себе, лям. По сравнению с паладином, я вам скажу, очень даже ничего. Лям 700, нифига себе. Да он жесткий. Жесткий тип. Ну, интересно. Блин, надо было против супер-мега-бочки потестировать его. Ну, смотрите, как драконов всекает без эволюции. Ну все, ребята, это новая имба. Жесть просто. Ему бы нормальные, я не знаю. Вот хотелось бы, чтобы просто GG в обновлениях добавили какие-то иммунитеты, реанимировали старых героев, сделали типа какую-то эволюцию им новую. Ну я не знаю уже что, но чтобы сделали хотя бы что-то для половины героев. Реально их дофигища. Понятно, они не хотят этого делать, потому что это не принесет им никакого бабла. Ну, смотрите, Фрейю этих не можем уже ушатать. Видите, он бьет по прямой. Соответственно, он не задевает всех. Тут мы зависнем. Сейчас будем тестировать против мегабочки. Не, ну это все. Если он сливает так бочку, значит все. Надо срочно себе качать. 290, нифига себе жестик. Просто мега жестик. Ну его, кстати, многие использовали и используют на гильдийских боссах. Почему нет? Восстанавливает, плюс замедляет. Довольно-таки неплохая тема, но на остальных локациях, как видите, сейчас мы пойдем еще на ЗБшку, я не знаю, ой, тут его ушатали просто. Не прокачанная наполовину даже героя. Так, ну я не знаю, давайте еще этого попробуем. Может мы его нагнем. Это не точно. Ну посмотрите на дамаг по 700к. Куда? Куда? Каких 700к? Давайте, наверное, ему ожог снимем. Поставим все-таки десятую. Вот так вот. Не, ну круто, что здесь такой магазинчик. Так, что я хотел? Я хотел еще сбегать на арену. И... А, кстати, пойдем сейчас еще на подземку тестанем. Он даст вам жару. Не, ну в такой сборке, даже в такой сборке по 700, если тревсекают без вариантов. Хорошо, давайте сделаем другой вариант. Посмотрим, проверим добрую старую имбу на максималке. На кошмарку идем. Идем на сразу на 5-10. Плюс у героя нету иммунитет к стану. То есть однозначно на подземках он будет огонь. Смотрите, что он творит. Просто огонь. Нифига себе, это он просто имба. Ой, это я еще случайно Фрейю выпустил. Говорю, он просто имба. Ладно, пошли на 6-10. Не, ну он так, конечно, дамажит по прямой отлично. Плюс себя хилит неплохо. Сейчас его, наверное, тут чпокнут эти демоны. Да. К сожалению. Ну, я думаю, под разгоном самое то. Так, поехали дальше. Поехали. Не будем мучиться.
Нафиг Махатму, ставим новую бездонатную имбу. Он сейчас, наверное, будет просто настолько крутой, что он будет сразу в инвиз уходить. Видите, я же говорил, он сразу в инвиз уходит. Просто понимает, зачем ему с кем-то воевать. Вот это вот, конечно, имба. Столько уклонения. Посмотрите, настолько он крутой. И просто его тупо слить не могут. Зефир там и остальные. И это при том, что это бездонатный герой. Вот это вот разница, да, в прокачках. А разница в героях. Тот герой когда-то был тоже классной прокачки. И вот этот герой новый. И, блин, разница очень колоссальная. Ну, понятно, здесь уклонения наролены максимальные, но все же. Его слить очень сложно. Ну, в то же время здесь, как видите, все намного проще. Герои без всяких прокачек просто тупо ушатывают. Ну, вот вам разница во времени. В общем, такой вот, ребятушки, герой. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Пишите, какого хотите еще героя увидеть. Героев дофигища. Интересных есть, я думаю, некоторых. В первую очередь сделаем обзорчики, буду вам делать. Ну, к сожалению, эти герои уже на сегодня не имбовые, но имеют право на жизнь, хотя бы для прокачки силы. Все, всем удачи, всем пока.